Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу ответить, где я покупаю свои метельчатые гортензии. Знают многие, что я живу в Беларуси, и вот эти новинки я покупаю в совместных закупках на Одноклассниках. Они приходят из европейских питомников, некоторые укорененными черенками, некоторые в горшках P9, некоторые в C3 у меня будут. В общем, все новинки, представленные в сезоне 2021, у меня в этом сезоне, в принципе, будут. Сегодня смотрела семинар Веры Глуховой, она называла свои новинки, свой ассортимент. В общем, я не питомник, я же коллекционер. Все представленные новинки у нее в садовом центре будут у меня тоже. И даже больше еще новинки серии Пан. По-моему, 6 сортов. Пандора, Панфлора, Пантенон, Пандалус. Там, вот, по-моему, 6 я еще заказала из серии Пан. Поэтому приглашаю всех, будем обмениваться опытом, может быть, у кого-то такие уже гортензии есть, будем выращивать, приноравливаться, как они себя ведут в разных климатических условиях, в общем, что еще хочу сказать. Еще некоторые новинки, может быть, не новинки, но для меня новинки еще будут крупнолистные, болеро разные, по-моему, у меня будут болеро представлены, вот, как меня найти? Можно зайти в описание канала, у меня там есть ссылка на мой Инстаграм, и в сообщениях мы можем делиться. В принципе, с белорусами многие знают мой номер Вайбера, я общаюсь, по мере возможности отвечаю. Какие-то черенки укореняю, но, конечно, пока крупнолистные, метельчатые пока сама я, и штамбовые формы, хочу разные виды обрезки применять. Знаете, хочу пока сама на них научиться, натренироваться на своих вот этих череночках. Приглашаю всех, буду рада. Маленький клуб любителей метельчатых гортензий. Потому что у меня все будет представлено, все новинки. А пока спасибо и до свидания. Хорошего вам весеннего настроения, ну и красоты в ближайшее время в садах.